хочу вам рассказать о герое Советского Союза Нуркаеве Талипе Латыповиче. Талип Латыпович родился в 1925 году в Башкирской АССР. В годы Великой Отечественной войны Талип Латыпович являлся участником 36-часового боя в группе гвардейцев, состоявших всего из 10 человек. Во время этого боя гвардейцы сумели отразить 17 атак гитлеровцев и при этом уничтожили более 300 немецких солдат. Во время этого боя товарищ Нуркаев проявил беспредельное мужество и героизм. Когда обстановка стала крайне тяжелой, товарищ Нуркаев вызвался проникнуть в тыл врага и уничтожить наблюдательный пункт. Проявляя при этом мужество, отвагу и героизм, он выполнил свою поставленную задачу. За время трехмесячных боев товарищ Нуркаев уничтожил свыше 300 немецких солдат и офицеров. За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны ему присвоено звание Героя Советского Союза.